Вот лапочки у нас, во, хороший аппетит, да? Такая кучка. Да? Теперь сначала каша с красной рыбой. Вкусная, да. А потом растительный корм. Некоторые из умников пишут. До свидания. Как это? Возмущаются. Зачем дыни? Медведю нужна растительная пища. И не важно, что это. Дыни, морковка, яблоки, кабачки. Главное, это растительное. А некоторые дебилы считают, что дыни, как там еще кто сказал, еще икрой. Знаете, если икру привезут дешевле, чем мясо и рыба, мы и икрой будем кормить. Поэтому, если дыни дешевле яблока идет, значит, берем дыни.